На каких ингредиентах ни был бы замешан сюжет, в результате он превратится в кипящий сплав эмоций и переживаний. Такой алхимией творчества в театре «Психодель-Арт» владеют в совершенстве и не устают удивлять публику. В этом полугодии каждый месяц зрителям будут дарить по две премьеры. Освежить репертуар коллектив решил, получив постоянную прописку в Севастопольском культурно-информационном центре. Иногда спектакли новые – это хорошо забытые, не стареющие. 20 ноября на сцену вернется постановка «12 завтраков с Мефисто». Это спектакль «Ветеран». Он был первым спектаклем, который мы поставили в феврале 2006 года. И вот, собственно говоря, с этого года репертуарный театр «Психодель-Арт» начался. Ну, конечно, мы его сделали более живым, более узнаваемым и, наверное, более современным. Хотя проблема мужчины и женщины, она вечная. В этой истории сплелись мистика и психологизм, добро и зло, фатальные заблуждения и борьба за счастье. Могут ли чувства изменить самого Мефистофеля? Нужно ли потерять, чтобы оценить? Главным испытанием, как ни странно, для героев станет любовь. Все пьесы о любви, и даже такой персонаж, как он, всевластный, не смог устоять перед земной женщиной и все-таки влюбился. Очередной раз причем. Четвертый раз. Она взбалмошная, она в какой-то мере, как любая женщина, она истерична, она ревнива, но при этом всем пытается все это подавить в себе, скрыть, потому что все-таки перед ней находится не просто мужчина, а Мефист. В разлуке мертвая минута. Всегда плакала, оставаясь дома одна. Она не плакала! Всегда плакала, провожая меня на работу. Дожидалась меня, уснувшего в баре. Даже посвящала мне длинные, протяжные стихи. Она не посвящала. Называла меня мужем. Она не называла тебя мужем! В этом сезоне театр «Психодель-Арт» обновил не только репертуар и сценическую площадку. На сцену 20 числа выйдут две новые артистки. Художественный руководитель Андрей Маслов говорит, такие перемены не случайны. Зритель изменился. Наш зритель севастопольский, благодаря вот прорыву больших театров, как Луначарский, театр на Большой, Морской, театр Лавренева, зритель стал наш более искушенным. Меня это очень радует. То есть, если раньше можно было удивить только авангардом, да, или нестандартным каким-то взглядом на обыкновенную проблему, то сейчас люди изощренные. Зритель приходит, он видел уже очень много. Это радует. Откровенные диалоги, бурные страсти. Кто-то скажет, это уж слишком. Но без таких слишком не было бы театра «Психодель-Арт». 12 завтраков с Мефисто ждут зрителя 20 ноября в 18 часов в Большом зале культурно-информационного центра. Ксения Богинская, Наталья Данилова, Андрей Вовк, Севинформбюро.